Всем привет! Сегодня я немного расскажу о таком ладе, как венгерский минор. Его еще называют цыганский минор. Невзирая на само название, отнюдь не только венгерские музыканты в своем, так сказать, в этносе или цыгане разного происхождения используют этот лад, но и можно услышать интонации венгерского минора у музыкантов, играющих джазовую музыку, фьюжн-музыканты и так далее. Ну, конечно, если говорить о такой ближе к цыганскому саунду, то тут вспоминается сразу стиль джаз-мануш, который, в общем, и довольно популярен в мире. Конечно, сразу на ум приходят такие имена, как Джимми Сточелло, Розенберги, Бирелли Лагрен и, ну, в общем, и другие. Ну, а если говорить про фьюжн-музыкантов, то сразу вспоминаются интонации венгерского минора в импровизационных линиях Майка Стерна, особенно в ранних альбомах там чувствуется, хотя, в общем, сейчас тоже он иногда использует. Как же строится венгерский минор? Ну, для тех, кто знаком с гармоническим минором, это вообще не будет никаких проблем, потому что от гармонического минора венгерский отличается всего одной нотой, повышенной четвертой ступенью. Ну, вначале сыграем в одну октаву тональности ля, натуральный минор, от него все пляшем. Итак, ля, натуральный минор, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Гармонический минор отличается от натурального, повышенной седьмой ступенью. А венгерский отличается от гармонического, повышенной еще четвертой ступенью. Теперь я сыграю уже венгерский минор в этом боксе, так сказать, уже до первой струны. Здесь можно добавить. Ну, можно сыграть и в другой позиции, скажем, вот привязывая к этой аппликатурной форме минорного аккорда, потому что в первую очередь венгерский минор используется для обыгрывания группы минорных аккордов. Это может быть и ля минор 6, ля минор мейр 7 с повышенной большой септимой, даже для минор септа 9. И пусть никого не смущает то, что в венгерском миноре есть большая септима, а аккорд звучит ля минор 7, где натуральная септима, малая септима. Просто на соль диезе не надо фокусировать внимание, я имею в виду акцентировать, там, скажем, останавливаться на этой ноте. Останавливаясь на устойчивых нотах ля минорного аккорда, я имею в виду ля, до, ми, а вот соль диез будет проходящей нотой, и будет все звучать. Ну, в этой позиции можно вот сыграть теперь форму аппликатурную венгерского минора в тональности ля. Ну, в чистом виде. Здесь тоже можно играть фразы. Еще есть аппликатурная версия такого шейпообразного, значит, происхождения. Напомню, что шейп — это когда 6 струн делится на 3 пары, и в одном шейпе играется что-то аппликатурное, в данном случае аппликатурная версия венгерского минора, потом повторяется на других шейпах. Что это дает? Ну, в одном шейпе можно придумать, в одном звене, то бишь, какое-то построение, ну, скажем, вот такое. И уже здесь можно
применяются не только для группы минорных аккордов, но и для таких аккордов, как 7 бемоль 5, в данном случае, если остаться в тональности си-ля, я имею в виду венгерский минор. Си-7 бемоль 5. Только для него уже свои устойчивые из венгерского минора ноты, ступени. Это уже на слух. Также для мейдж 7 диез 5. В общем, кто не знаком с этим ладом, попробуйте вкраплять, так сказать, свой арсенал приемов для обыгрывания, в первую очередь, конечно, для группы минорных аккордов. Особенно в кульминационных местах это будет уместно, на мой взгляд. Конечно, не начинать импровизацию с этого лада. Начинается, как правило, всегда, так сказать, приемы первого, так сказать, эшелона, пентатоника минорный, блюзовый лад минорный, арпеджио. Ну и потом можно вот вкраплять венгерский минор. Надеюсь, этот материал был интересен вам. Спасибо за просмотр. Удачи. Увидимся.